Наблюдение натуралиста приветствует вас. Восточная Сибирь, город Нижнеудинск. Друзья, у нас холодно, ужасно. Я не знаю, может 10 градусов, может даже ниже. Ветер ледяной. Вроде солнце теплое, ветер ледяной. Зато все повыдувало. Лужи практически все вымерзли, выдулись. Поэтому весна, короче, уже властвует над природой. В природе, вернее. Друзья, всем хорошего, доброго расположения духа, любви, счастья, благодати, процветания, изобилия. Ставьте лайки, звоните в колокольчик, подписывайтесь на мой канал. Гости у меня всегда хорошо, тепло, уютно, сытно, много интересного, полезного для досуга. Всем хорошего дня, доброго расположения духа, счастья. До встречи. Чао, пока-пока.